Переходим к международным темам. В Японии мужчина устроил резню в пансионате для инвалидов. Его жертвами стали 19 человек, еще несколько десятков пострадали. Из 45 раненых 20 находятся в тяжелом состоянии. Местные СМИ пишут, что число жертв может возрасти. Нападавшего уже арестовали. Причем в полицию он сдался сам. Его личность уже установили. Преступником оказался 26-летний Сатоши Уэмацу. Известно также, что раньше он работал в этом пансионате. Сейчас правоохранители изучают мотивы этого жуткого преступления. Стражи правопорядка рассказали, что когда злоумышленник пришел в участок, он заявил, что хотел избавить мир от инвалидов. Местные жители не верят своим ушам, ведь молодой человек казался им до этого вполне адекватным. Я очень удивилась, что преступником оказался человек из нашего района. Когда моя дочь была в начальной школе, у нее была программа обмена. Он был очень веселым, из тех людей, которые всегда первые здороваются. Все произошло глубокой ночью по местному времени. Преступник устроил резню и уже через полчаса пришел в полицию сдаваться. Тут же он признался во всем, и его арестовали.